Вообще, дорогие друзья, пока у нас есть несколько минут до начала следующего упражнения, у нас с вами есть возможность для двух, точнее говоря, самых активных зрителей получить призы от партнера нашего мероприятия, легендарного тяжелоатлета Дмитрия Глокова. Сейчас он подойдет на сцену. Дмитрий, ты где? Мы тебя очень ждем. У него есть призы для вас, дорогие друзья, а также те из вас, кто эти призы получит, получите еще возможность сфотографироваться на память с нашим замечательным спортсменом. Дмитрий, мы тебя... А сейчас я подошел и подняла. Одной рукой. Запаска. Друзья, у вас есть еще один микрофон, чтобы Дмитрий тоже мог участвовать в нашем диалоге. Люди, скажи, пожалуйста, у тебя сейчас как-то жизнь изменилась, или так связь со спортом, она вообще не прерывается, вредных привычек никаких, все в порядке. Вы так меня спросили, как будто я уже отменил о том, что я завязываю, как ваша жизнь изменилась. Не, на самом деле все идет обычно, обычные тренировки, все, кто здесь были, проходили в деревне, в мягкой форме, ты не выступаешь. Ну, просто такие сейчас обстоятельства, такой период жизни, что мне нужно заниматься немножко другими делами, но я не завязал, и, в принципе, я готов ее поднять. Вот у нас, собственно говоря, вопросы возникают, потому что мы видим топ-шоу, в различных развлекательных мероприятиях, пропаганда тяжелоатлетики звучит благодаря тебе. Вот и возникает вопрос, как дальнейшая карьера, что, какие планы? Да планы, они одни, собственно, Лондон должен был быть последней Олимпиадой, последние соревнования, но так сложилось обстоятельства, не монтажные, за что очередной раз очень хорошо прощения, потому что мне здесь несколько раз уже это припоминали, вот, но я попытаюсь все-таки реабилитироваться, так лучше настроение такое. Но 2014 год будет не такой активный у меня в тяжелой жизни. Но, по крайней мере, это была возможность отдохнуть, набраться сил, форму так. Ну, просто в моем возрасте уже с опытом моего выступления уже я не могу не дожить просто до Олимпиады, поэтому очень много травм, я решил научиться так восстановить, чтобы это получилось естественным путем. Дорогие друзья, посмотрите на этого человека. Посмотрите на его форму, замечательно. Давайте поаплодируем и пожелаем удачи и успехов в наступающем году. Спасибо, спасибо. Уважаемые друзья, я хочу вам сказать, что все, что сегодня происходит, и это, конечно, заслуга организаторов, да? Но от вас очень тоже много что значит, потому что когда спортсмены подходят, я обратил внимание, очень слабо хлопаете, и я лично как спортсмен хочу вас попросить поддерживать получше, да? Вы меня слышите? Как надо поддерживать? Важно репетировать, друзья. Спасибо большое, от всей души. Вот так поздравляем. Мне кажется, маловато. Мне кажется, маловато. Потому что пошли набираться сил, они пошли в столовую. Букет, она махнула с тобой плохо видно, но они все там. Ребята, давайте еще раз. Дружно вместе. Хлопать, свистеть, хлопать ногами. Все можно. Надо наших атлетов поддерживать. Давайте дружно. 3-4. Я считаю, у нас надел на будущее соревнования есть. Мы 3-4 позовем. Они придут уже репетированными аплодисментами, свистом и криком будут нас поддерживать. Итак, дорогие друзья, у нас есть два вопроса. Соответственно, две замечательные футболки. И те из вас, кто ответит на эти вопросы, получат, собственно говоря, эти призы. А еще вы имеете возможность сфотографироваться на паре в нашем чемпионе. А те, кто не ответит, я хочу пригласить всех на второй этаж школ, где я буквально после того, как отсюда, подойду туда и подарю всем плакаты с автографом, кто кто хочет. Понятно, что тебе они половине, может быть, не нужны, но кто хочет, пожалуйста, я всем подпишу. Как то не нужны сюда наши люди, которые любят тяжело ответить. Они будут счастливы, они дома такой плакат. Итак, дорогие друзья, первый вопрос. Мы будем так, в порядке повышения титула или в порядке готов, Саша? Наверное, тот вопрос, который был давно, событие, которое произошло очень давно, его забыли, поэтому надо было как самый тяжелый, наоборот, как самый тяжелый. Начнем с 2060. Хорошо, дорогие друзья, давайте так, раз Дмитрий уже продал часть ответа на этот вопрос, давайте сделаем так. Какой чемпионат выиграл Дмитрий в 2010 году? Давайте на этот вопрос отвечаем, что же у нас одна футболка всего. Кто сказал Европа? А кто сказал мира? А кто сказал Европа? Подходите сюда, пожалуйста, девушки. Только скорее, у нас регламент, у нас не осталось времени на продолжение викторины. Мы вас ждем.
Бегом, бегом, бегом. Есть маркер. Девушки, вынеси нам, пожалуйста, футболку, только поскорее. Маркер мы уже нашли, даже два. Давайте, дорогие друзья, мы продолжим соревнования, а тем временем мы с ними спустимся. Спасибо, Ян, спасибо, Дмитрий, но мы должны продолжать.